Привет! С вами агентство «Гувернанток» Full Contact, и я мистер Нэнни. Как видите, я нянечка вот этой малютки. Эй, бэйби, calm down. Calm down, baby, calm down. Нашей героине Ребекке Кейси тоже скоро придется не сладко. Она будет нянчить аж двух сорванцов по имени Алекс и Винсент. Сейчас Ребекка как раз знакомится с ними. Бэйби, calm down. Посмотрите, как они познакомились. Эй, бэйби, are you hungry? Are you hungry, baby? Ms. Casey, this is Alex Mendoza. This is Vincent Wang. They're best friends. They're practically glued together. Are you the guitar teacher my dad told me about? That's me. Как хорошо, что у меня на воспитании только один child, ребенок. А вот у Ребекки аж два, и постарше. И к тому же они best friends, лучшие друзья. This is Vincent Wang, they're best friends. Calm down, baby. Vincent Wang, they're best friends, they're practically glued together. Как вы поняли, эти ребята всегда together, вместе. Это значит, что Ребекке нужно их кормить, поить и в конце концов укладывать спать. Фу, как я устал. Детство, childhood, это прекрасная пора. О, отличная тема для домашнего задания. Расскажите на английском языке самый яркий эпизод вашего детства. Посмотрите пока, как поживает Ребекка и ее подопечные. We want to be rock stars, right, Vincent? Right. На-на-на-на-на-на-на. Or maybe we'll be professional baseball players. Yeah, we can't decide. That's a tough choice. Это чудо скоро вырастет и может стать настоящей star, звездой. We want to be rock stars, right, Vincent? Right. Вот представьте себе, что эти маленькие носочечки принадлежат будущей звезде Голливуда. Or maybe we'll be professional baseball players. Сейчас Ребекка разговаривает, возможно, с будущими спортивными звездами, игроками в бейсбол, baseball players. Ну, а мы возвращаемся в суровую реальность. А вы тем временем повторите эти замечательные слова. Nanny – няня. Child – ребенок. Best friend – лучший друг. Together – вместе. Childhood – детство. Star – звезда. Player – игрок. Давайте так. Я заканчиваю свои дела, а вы еще раз смотрите, как Ребекка знакомилась с Алексом и Винсентом. Ms. Casey, this is Alex Mendoza. This is Vincent Wang. They're best friends. They're practically glued together. Are you the guitar teacher my dad told me about? That's me. We want to be rock stars, right, Vincent? Right. Na 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 na. Or maybe we'll be professional baseball players. Yeah, we can't decide. That's a tough choice. Теперь у меня порядок. Мы вместе слушаем хорошую музыку. Не то. Кажется, уснул. Давайте-ка вернемся к нашей героине Ребекке. Я сейчас задам свой вопрос, а вы выберете правильный ответ. So, what does Rebecca teach? Mathematics, guitar, drawing.
Итак, что преподает Ребекка? Ваш ответ? Верно. Ребекка teaches guitar. Ребекка обучает игре на гитаре. Да что ж это такое? Так. Кажется, нам пора прощаться. В общем, see you. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above, so high.